Как всегда, приветствую вас на канале и благодарю вас за просмотры, подписку и комментарии. Мудрость Вселенной. Всегда говорите «да» настоящему моменту. Что может быть более бесполезным, чем создавать внутреннее сопротивление тому, что уже есть? Что может быть большим злом, чем выступать против самой жизни, которая течет сейчас и всегда происходит сейчас? Примите то, что есть. Скажите «да» жизни и посмотрите, как жизнь внезапно начнет работать на вас, а не против вас. Говорят, кто рано встает, тому Бог подает. Нет, не обязательно вставать 5:30 утра, чтобы Бог подавал. Когда он в настроении, он подает и соло. Не обязательно в день пить 2 литра воды. Достаточно столько, сколько хочется. И в отличном настроении каждый день быть не обязательно, чтобы жизнь все-таки воспринималась объемной и целостной. Можно горевать, впадать в ярость, тоже можно. Но уж провести депрессию конец ноября – это вообще святое. Мыслить светлыми, позитивными мыслями тоже не обязательно. Периодически думать «все достало», «всех нафиг» – нормальный рабочий процесс. Глютен и лактоза, кстати, тоже нормальны. Чтобы делать великие дела, не обязательно быть энергичным экстравертом. Интроверты-меланхолики тоже бывают суперэффективными. Не обязательно иметь модельный рост и вес, чтобы тебя обожали муж, дети и твоя морская свинка или кот. Не обязательно бегать марафоны, если не хочется их бегать. Можно ходить танцевать, плавать или играть в снежки. Покупать абонемент в спортзал тоже не обязательно. Совсем не обязательно всех любить. И вообще уж не обязательно всем нравиться. Не обязательно не делать ошибок, знать все на свете и никогда не попадать в дурацкие ситуации. Не обязательно впечатлять всех на свете и иметь репутацию самого ценного сотрудника. Не обязательно обливаться холодной водой, если вы любите горячий душ. Не обязательно покупать одежду капсулами, если вы любитель спортивного стиля. Не обязательно медитировать. Не обязательно получать высшее третье образование. Не обязательно организовывать свой бизнес. Совсем не обязательно заводить собственный канал в Телеграме. И что самое приятное, не обязательно слушать тех, кто знает всю правду про эту жизнь, если ваша жизнь вас вполне устраивает. Наслаждайтесь своей жизнью и устраивайте ее так, как вам нравится. Каждую минуту кто-то покидает этот мир, и мы уже встали в эту очередь. Даже если не догадываемся об этом, мы никогда не узнаем, сколько людей впереди нас. Мы не сможем встать снова в конец очереди. Мы не можем выйти из этой очереди. Мы не можем избежать этой очереди.
Поэтому, пока стоим, замечаем хорошие моменты, ценим свое время, уважаем других людей, любим, создаем перемены и постараемся убедиться, что твои родные знают, как ты их любишь. Время – такая странная субстанция. Она склонна забиваться работой, бытом и суетой. Оно вечно, а люди – нет. Поэтому время надо учиться раздвигать и втискивать туда моменты общения с теми, кто тебе дорог и интересен. Оно не найдет само время. Только ты сам сможешь его раздвинуть. Лишний раз позвони. Спроси, как дела. Пригласи на чай. Раздвинь время. И найди минуты для прогулки по городу. После работы. И для чашки чаю вдвоем. Это только кажется, что такие минуты не важны. А на самом деле на них все и держится. Странная вещь. Вся наша жизнь равняется слову «жди». Ждешь, пока остынет кофе. Ждешь лето, ждешь Новый год, ждешь сообщения или звонка на телефон. Неважно, сколько тебе, 30, 70 или 5, ждешь подарка и просто доброго слова, ждешь подвоха и трамвая, ждешь доставку пиццы и окончание рабочего дня, и опять ждешь. Ждут все, всего и всегда. И даже полковник ждет письма, хотя ему никто и не пишет. Но на самом деле, какое сладкое ожидание ждет тебя. Не просто, что тебе нужно, а просто кто-то ждет, потому что ты есть. Неважно где. В сети, дома или в аду. Торопитесь к тем, кто ждет. Иной раз им достаточно обычного мурк. Им спокойно, что ты вот он, ты тут. Такова мудрость Вселенной. А пока-пока.